Спортивный маркетинг – миф или панацея? Лекцию на эту тему в Олимпийском университете сегодня прочитал Андрей Малыгин, ведущий эксперт в этой области. Малыгин рассказал о проблемах финансирования спортивной отрасли, о том, как привлечь инвестиции в спорт, а также как начать зарабатывать деньги при помощи спорта и для спорта. Тема актуальна и для Сочи, ведь в качестве олимпийского наследия городу достались крупные спортивные объекты, которые должны работать. У нас есть, к сожалению, больше примеров негативных, когда большие спортивные организации, особенно профессиональные спортивные организации, получая, в общем-то, достаточно серьезные ресурсы для того, чтобы затем, запустив их в дело, получить не менее впечатляющие результаты, к сожалению, ограничиваются тем, что просто растрачивают эти ресурсы. Удачным примером правильного подхода, отметил Малыгин, могут быть клубы или организации, которые не только используют деньги спонсоров, но и зарабатывают сами, скажем, на продаже символики клуба. Кстати, лекцию в Олимпийском университете Андрей Малыгин провел в рамках программы вуза «Открытые лектории». Проект запустили чуть больше 2 лет назад. За это время лекции в Олимпийском университете читали ведущие спортивные менеджеры, известные преподаватели. Очередную уже завтра проведет известный эксперт из Австрии Мартин Шницер. Тема – крупные спортивные мероприятия от планирования к созданию наследия.